Стойте. Вы куда? Мне нужен начальник этого банка вашего. Срочно. Звоните, записывайтесь. Сделайте то, что он хочет, он убьет нас! У меня маленькие дети, они ничего не останутся! Помогите! Хорошо, давайте успокоимся! Я вас прошу! Заткнись, дура! Мне терять нечего! Я сначала тебя завалю, а потом тебя! Если он не сделает то, что я сказал! Сделайте что-нибудь! Поговорите с ним! Узнай, что ему нужно. Хорошо, что тебе нужно? Ты что, издеваешься? Нет, он издевается. Я уже сказал, что мне надо. Ему все равно, если я вас грохну здесь, прямо сейчас. Послушай, ты не говорил, что тебе надо. Не спорь, ты злишь его. Хорошо, прости, пожалуйста. Что тебе надо? Шоколада. Хорошо, шоколад в пути. Что еще? Ты сделаешь все. Или мне придется стрелять. Пожалуйста, не дайте ему убить нас. Хорошо. Я сделаю все, что ты скажешь, только отпусти заложника. А, страшно стало. Божись. Быстро. Зуб даю. Под пацана отвечаю. Ты козли. Ну ты что, меня действительно за дурака держишь? Раздевайся. Раздевайся, быстро, я сказал. Я тебя не контролирую. Я под кайфом. У меня нервы, как стекло. Что происходит вообще? Весь дом окружен, ты в курсе? Ты на мушке у снайперов. Еще шаг. Пип. И паф. Но он же сказал, что ему терять нечего, он под кайфом. Ты ему не дал шанса. И пуф! На сегодня занятия закончены. Разбор полетов завтра. Что-то ты, Степа, совсем заморенный в последнее время ходишь. Так работа. Всю ночь туда-сюда, туда-сюда, по станции. Глаза закроешь, рельсы-стрелки. А что ты, Никитич, с пассажирских на маневровые перешел? Там, по идее, и зарплата пожирнее была. Дочь беременная. Надо рядом быть. Цвет. Фух, Жорик, ты мне сразу стакан. Да не вопрос. Папка, привет. Папуля. Каким ветром? Да просто так. Уроков нет. Решил навестить любимых родителей. Может, случилось что? Да все в порядке, пап. Точно? Точно. Не переживай. Точно. Точно-приточно. Даша, ты извини, у меня тут... Убегаю. Дабы не спугнуть твою могучую, но робкую научную мысль. Может быть, пойдешь вместе с дочкой чайку попьешь? Ну, что же это за наказание-то такое? Это диссертацию ковыряешь уже 10 лет, и еще столько же будешь. Не понимаю, зачем тебе вообще нужна эта кандидатская? Ну, что ты его мучаешь, мам? Хочется человеку внести свой вклад в науку. Да. Ну, пускай работает. Собирался маму навестить, ты не забыл? Галя!
Ну, все, ребят, спасибо. Все. Давай. Ты это, поспишь, заходи. Ага. И чё? У человека горе, а ты лезешь. Взять его, Генка. Поехал жену Стёпы и сына младшего в аэропорт из Турции встречать. И все трое в аварии. Да ты что? Крендель какой-то на внедорожнике навстречку выскочил. Стёпа, считай, без семьи. Зинка без мужа. Да еще и беременная. Понимаете, что контроль и отчетность – это важные принципы? Да, это вообще. Вы же наверняка клиентов пишете на видео. А вы мне привет, мам. Фильму, по которой я вам должна показывать видео, даже если оно у меня есть. Но вы, как разумный человек, должны же понимать, что сотрудничество со мной сейчас на картину вам гораздо интереснее, чем сотрудничество с полицией. Ну, представьте, ну, приедет сейчас к вам. Ой, Сережа. Какой душевный фильм про деревню. И когда он как тяжело здесь? Люди жили. Положительно позавчера. Бога манился. Мультики смотрит. Нина, у меня такое предположение, кажется, что газом у вас пропал, когда пытался установить прошлого мальчика. И показалось. Кажется, оплатил... Я на кухне с утра не была. Все никак не соберусь борщ сварить. Зачем ему потребовалось искать родителей Мишки? Сергей Антонович, в ее возрасте проблемы с памятью – это очень распространенная болезнь. Возможно, это дебют рассеянного склероза или Альцгеймер, ну, в худшем случае. То есть не обязательно Альцгеймер? Нет, вполне вероятно, что это просто нарушение мозгового кровообращения. Значит, возможен положительный прогноз? В случае Альцгеймера? Я знаю, лечения нет, но если это не он. Сергей Антонович, даже если это Альцгеймер, чтобы облегчить страдания вашей мамы и как-то приостановить болезнь, необходимо делать обследование. Да, попробую уговорить ее. И как можно скорее. Вы сами понимаете, что страшнее всего неизвестность, когда не знаешь, что предпринять. Спасибо большое. Да не за что. Стойте, стойте, стойте. Вы куда? Мне нужен начальник этого банка вашего. Срочно. Звоните, записывайтесь. Что происходит? Мужчина, я сейчас вызову охрану. Тихо, 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 тихо. Сел сейчас, сел, без движения, без лишних. Иди сюда, милочка, ты здесь работаешь, да? А может, покажешь, где директор здесь, знаешь? Пойдем, пойдем. Отведешь меня, да, сюда? Пошли, пошли, пошли. Мне больно. Тихо, 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 спокойно. Отойди. Отойди, дай пройду. Послушайте, да, мы платим всем мобильным репортерам. Но вы прислали видео, как во дворе жилого дома горит машина. Ну, не жесть, скажем так. Да, но в прошлый раз вы прислали массовую драку. А экшен, насилие, чувствуете разницу? Извините, всего доброго. Так, это,
Собрались сюда в кучу? Спокойно, спокойно, только без лишних телодвижений. Быстро, у меня пистолет! Туда! Наш клиент, мужчина лет 45, вломился в здание. Кредит Спектрбанка. Вооружен пистолетом, который отобрал у охранника банка. Информация поступила от журналиста. Очевидец снял видео, как человек, угрожая пистолетом, входит в банк. Я слушаю вашу версию. Налет не подготовлен и не спланирован. Что-то заставило его действовать здесь и сейчас. Работает какой-то мощный альтернативный фактор. Вероятно, он в отчаянии. Наркоман? Возможно. Или он крупно задолжал, и ему или его родственникам угрожают. Стоп. Увеличь. Вызываем полицию, Палыч. Нет, это самим разгребать. Гаджет есть в план банка? Вывожу. Наш клиент, захватив заложницу, вошел через служебный вход правого крыла. Но хранилище денег совсем в другом месте. Из правого крыла к нему доступа нет. Все правильно. Налет не подготовлен, и решение принято спонтанно под давлением эмоций. Или ему нужны не деньги. Не надо там двигаться, не надо двигаться там. Что происходит? Что там? Все руководство на банковском форуме. Гадство. Гадство! Гадство! Да кто-то же из начальства должен же быть здесь! Да, начальник службы безопасности. Начальник безопасности. Давай его! Там Life News, корреспондент. Говорит, у нас вооруженный налет. Просит комментарии. Никаких комментариев. Всех эвакуировать в другое крыло, никого из банка не выпускать. Тихо, Калачев. Да, это ты сволочь. Узнал? Заткнись. Я еще не в офисе. Так вот, чтоб через пять. Я сейчас приеду, мы все уладим. Здесь. Иначе тут всех перестреляю. Понятно тебе? Все. Как будем разгребать, Палыч? Что еще? Почему банк не обратился в полицию? Вопрос. Не хотят портить репутацию банка. После того, как о человеке с пистолетом стало известно телевидению. Возможно, налет на банк был спланирован сотрудником банка или спровоцирован. А ну это, не злите меня. Вы мне просто объясните, что сделать, я сразу же все сделаю. Да ты, да, ой, у меня мозги набекляй, совсем думаешь? С дочкой долги по кредиту. Я с работы домой прихожу. О, привет! Привет. О. Так, ты опять уже? Да ребят за гаражами встретил. А чё ты какую рубашку-то надел? Я ж тебе свежую повесила специально. Да. Чё ты эту вытащил? Чё-то я не заметил. Я... Папа, ну, ладно. Нормальная рубашка. Это я нормально. Котлет накрутил в морозилке. Зина, а ты куда намылилась? К адвокату. Стоп! Стоп! Я вместе. Пап, ну куда в таком виде-то? Иди, иди домой, ему пожалуйста. Ему какая разница? Лишь бы деньги платили-то, ну. Вдвоем мы с Зинкой остались. Муж ее. Генка, зять мой. На машине разбился. Деловой какой-то. На внедорожнике. На встречку выскочил. И прям лоб в лоб. Ему-то хоть бы хны. Что там? Жигуленок против танка. А мои все, Генка, Оксанка, жена, Васька малой, тут хоть ты вешайся. Тут еще кредит этот. Генка взял перед смертью. Я его выманю, и ты его завалишь. Понял. Версия для ментов. Я вступил в переговоры. Он повел себя неадекватно. Возникла угроза жизни заложников, и ты принял решение. Понял. Максимум, что тебе светит, это условный за превышение служебных полномочий. Если что, я тебя вытащу по-любому. Надо сейчас вопрос закрыть, пока менты не пронюхали. Принято. Адвокат объяснил вам, что кредит... Да не, мы с ним не из-за кредита этого приходили-то. Мы там это... другая хреновина. Сразу вам должен сказать, я не возьмусь за ваше дело.
Я мог бы пообещать, что мы выиграем, подать иск, вести ваше дело несколько месяцев, при этом брать почасовую оплату. Но с моей стороны это было бы сознательным введением вас в заблуждение. Ну так это что тогда? Этот подлец этот присвоил то, что ее мужу принадлежит, а мы еще молчим в тряпочку, да? Давайте я вам расскажу, как это все увидит судья. Ваш покойный муж взял кредит в банке под залог квартиры и купил 2 грузовых автомобиля. Да? Затем он с Юрием Щипачевым организовали транспортное предприятие на паях. Да, купили 2 тягача. После гибели мужа вы вступили в наследство и обнаружили, что весь автопарк принадлежит только Щипачеву. Сунул на лапу кому-то, переписали на него фирму, вот и все. Вы можете это доказать? Я нет. Но машины-то Гена купил. Незадолго до своей гибели он продал их Щипачеву. А чем имеется договор купли-продажи? Это тоже подделка. А роспись? Господин Щипачев показал мне договор. Последняя страница договора с подписями, скорее всего, взята из другого. Даже графологическая экспертиза этого ничего не докажет. И судья, с одной стороны, увидит ничем не подкрепленные слова, а с другой – документы, подтверждающие всю законность владения Щипачевым и машин, и предприятия. Ну, мерзавец-то, а! Спасибо. В общем, Генка машину купил, а Ирис, дружок его, подлец, после его смерти документы подделал, как будто бы Генка машину ему подарил. А кредит-то на мне, и где правда? Они же с детства вместе! Что за гад? Что за люди такие стали, а? Гаджет, соедини меня с начальником службы безопасности банка. А может, тупо? Вы подниметесь, а я за вами. Ну что ж. Здравствуйте, Олег Павлович. С вами говорит подполковник Панин из спецгруппы быстрого реагирования «Город». Прошу вас. До нашего приезда никаких действий по обезвреживанию террориста не предпринимать. Он пьян и не владеет собой. Вооружен и в любой момент может съехать с катушек. А там заложники. Людям реально угрожает опасность. И в сфере моей компетенции... Совершенно не хочу лезть в вашу компетенцию. Но террорист захватил заложников и открыл сейф. Теперь это в нашей компетенции. Мы поняли друг друга? Да. Вам известна личность террориста? Калачев Степан Никитич. Что он требует? Не знаю. На нем долг перед нашим банком 3,5 миллиона. Мы с ним пытались вести переговоры. Пытались реструктурировать выплаты. Но он не хочет нас слушать. У него белая горячка. Где он сейчас? Сколько у него заложников? Он заблокирован на 4-м этаже. Офис 408. Заложников человек 7. Это точно? Предположительно. Спасибо. Гаджет, найди телефон Калачева. Маша! Растерян. Предположу, что расстроен или даже злится. Вероятно, он что-то скрывает. Товарищ подполковник, есть Калачев. Алло. Степан Никитич, с вами говорит подполковник Панин, спецподразделение «Город». Здравствуйте. Я думаю, в наших с вами интересах, чтобы никто из людей не пострадал. Да не лезьте сюда, и все будут живы, здоровы. Степан Никитич, я призываю к вашему благоразумию. Делать, как договорились. Возникла угроза жизни заложников. Понял? Калачев! А где... Залог. Мы говорим о залоге. Включай мозг, если хочешь его получить. Ты как хочешь назови. Где это... залог? Вообще-то по нашим правилам, ты получишь залог только после возврата долга. Ты, скотина, говори, или я ее убью. Хорошо, хорошо. Для тебя я сделаю исключение. Поехали. Поехали, поехали, я отвезу. Я поеду с ней.
Да уж понятно. Послушай, Калачев, ты подумай сам, мне этот скандал нужен? Ты победил. Ты заберешь свой залог. И мы забудем об этом. Звони, я хочу знать! Что с залогом? С ним все в порядке, он в целости и сохранности. Поехали! Звони! Несколько минут назад в нашу редакцию поступило видео, на котором вооруженный человек угрожает посетителям банка. Звони, сволочь! Руководство банка отказалось комментировать. А! Вы это слышали? Вы сами это слышали? По всей видимости, в здании банка действительно вооруженный налетчик. Ну что, доволен? Трубу верни! А чего бледненький такой? Страшно? Поехали, дочь заберешь. Сюда ее вези! Калачев, ты что, тупой? Нет, я не совсем тупой! Сюда ее вези! Менты уже здесь. Надо его спровоцировать, чтобы он грохнул заложника. Менты его завалят. А, гаджет, проанализируй-ка у меня телефонные контакты Калачева. Маша, свяжись с полковником Загрецким. Угу. Из департамента по экономической безопасности УВД. Узнай, что у них на кредит «Спектр» и на... Зубрилина персонально. Хорошо. Заложники вот здесь. Угу. Я думаю, вот там хорошая позиция. Согласен. Так, дядька, какой он за мной. Боря, камеру на четвертом этаже в офисе и в коридоре отключи. Файлы с видеозаписью сотри. Они вообще не работали на профилактике, понял? Палыч, тетка, надо решать. А вы с этим, который машины ваши присвоил, говорили? Может, объясните ему ситуацию. Он вникнет в ваше положение. Я бы сейчас бы встреть бы его, вот удавил бы гаденышей. Разгрузишься, поедешь на склад. Так это ж в области, еще версту с гаком. И что? Ты же не пешком. А ночевка? Ночевка за свой счет. Не нравится. Юрка, мерзавец, что ж ты творишь-то, а? Здрасте, дядя Степан. Здрасте, здрасте. Что ты творишь, спрашиваю? Мало того, что ты ее беременную обобрал, банк у нее квартиру Генкину забрал, так мы еще и должны остались. Заплати кредиты за машины, которые ты у Генки спер. Угу. Докажите. Ну вы же дружите с детского сада, вместе. Идите в суд. Ты понял? Еще документы. Все, давай. Папа! Совсем, что ж вы за люди такие, а? А ты что стоишь? Ментов вызывай! И начальники ваши вникнуть не хотят. Им денежку вынь да положь. Квартиру продай. А как продай-то? Если Зинка беременная, где ей с детем-то жить? Я им как продам. Мне терять нечего. Я вас понимаю. Но ведь мы не виноваты. Да, вы-то тут не виноваты, это мы виноваты. Зинка беременная, да я. Мы виноваты. Послушайте, мы здесь просто... Нет, вы здесь не просто. Вы здесь кровь нашу пасете. Вам лишь бы проценты, а нам жизнь.
Где Зубрилин? Вызовите Лису. Ну, сосете и сосете. В помещении с заложниками есть видеонаблюдение? Мне нужна картинка. Проводите. Значит так, клоун, твою дочь уже везут. Если ты хоть полслова ментам скажешь про операцию, ее больше не увидишь, понял? Телефоны чистые, с нами их не свяжут. Тогда позвоню, вывозите бабу и кончайте с ней. Сделай чисто. Клиента не вижу. Степан Никитич, это подполковник Панин. Ты только попробуй это! Не вздумай! Что мне делать, если что они Зинку, дочку мою, грохнут? Дочку. Дочку? А что ты думаешь, я здесь придурок у вас тут вот с этим вот из-за денег, что ли? А сколько мы должны? 3,5 миллиона. Вот. А Генкина дача? Копейки. Бабу в машину. Папа! Папа! Должок на вашей семейке. Понятно. Ну что, буду платить, сейчас-то нет ничего. Завтра с утра со всеми документами на квартиру явишься вот в эту контору, продашь им свою квартиру. Напишешь генеральную доверенность. Денег ты не увидишь, зато увидишь дочь. Она ж беременная. А я тебе долг прощу. Заявишь в ментуру, ее сразу убьют. Беременная. Что? 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 Ты думаешь, я тут из-за денег это тут, да? Могу работать. Помех нет. На, посмотри, что мне прислали на смартфоне на это. На видео, посмотри, смотри, смотри. Не, Степ, в полицию нельзя. Пока они то да сё, а коллекторы, народ ушлый, сами из ментов. Да я не собирался никуда. Даже если квартиру продашь, все равно. Что все равно, что? Вот ты Зину вытащишь, а она свидетель. Вот тебе уголовное дело. Вот они свидетели и того. Алло. Лови кино, говорит. Пожалуйста! Жорка, что делать-то, а? Не знаю. А я знаю. У тебя где-то ракетница была. Сдурел. Жорка! Ну, не знаю. Я знаю. Что, что мне остается делать? Сидеть всем спокойно, не дергаться! Я пристрелю кого Работает. Угодно! Помеха. На клиента напал заложник. Егор, приходи!
Смотрите! Черт, что там происходит, Коля? Нет картинки, товарищ подполковник. Как раз эти камеры работали в штатном режиме. Их на профилактику. Как раз? Здравствуйте. Изумрили. Начальник охраны. Оставайтесь здесь. Дядька, приготовься. Он дом спас! Нам ничего не угрожает. Да я полюбас укончать надо. Пусть менты сначала папашу завалят. А то кто ее там встречать будет? Одиноко ей там будет, без такого любящего папаша. Сволочи. Какие же вы сволочи. Подонки! Закрой пасть, коза. Короче, ждем еще 10 минут, потом выводим на пустырь за заводом, где шурфы канализационные, и валим. Нормально, труп жизни не найдут. Пробил телефон? Я могу определить район, с которого прислали кино. Но телефон, с которого звонили, выключен. И где он сейчас, сказать сложно. И заложницу, скорее всего, перевезли. Мне нужна картинка из банка. Уже пытался. В системе стоят дополнительные брендмауры. Доступ извне получить трудно. Я загрузил коды. Но это понадобится небольшое время. Нет у нас этого времени. Маша, что у нас по Зубрилину? Конкретно по Зубрилину ничего. Кредит «Спектрбанк» неоднократно попадал в поле зрения органов. По оперативной информации, банк убивает деньги с должников с помощью хищения. Неизвестно. В одних случаях должники отказывались от своих показаний, а в других просто исчезали. Олег Павлович, ты похитил дочь Калачева? Я же вам говорил, он сумасшедший. Он не отдает долг нашему банку, и поэтому устроил весь этот цирк. Ты куда звонить собрался? Арестовать. Проверьте, куда он собирался звонить. Степан Никитич, это подполковник Панин. Я знаю о вашей дочери, Степан Никитич. Я видел записи, которые вам прислали. Зубрилин, он задержан. Ну зачем? Зачем? Теперь они ее точно... Вы уверены, что ваша дочь жива? Да, я с ней разговаривал по телефону. Когда? Полчаса назад. На его телефоне такого разговора нет. Какого телефона вы звонили? Зубрилин со своего телефона звонил. Ищу, товарищ подполковник. Чё ты бормочешь сам, а? Я нашел телефон, с которого звонила дочь Калачева. Он все время находился на территории хладокомбината. И кино из этого же района пришло. И единственный абонент Зубрилина тоже там. Мы установили место, где его держивает ваша дочь. Группа захвата туда уже выехала. Опусти пистолет. Ты спасал дочь, сделал все, что возможно. Хватит. Запада к территории хладокомбината рощица подходит. Намек понял.
Зеленую улицу я вам обеспечил. Без светофоров через 7 минут будете там. Сирену не включайте, демаскируйтесь. Не учи ученого. Че, может, свалим отсюда? Че-то Палыч долго не звонит. Хорошо, звони Толяну. Пускай спускается. Ага. Алло. Да нет, все чисто. Хорошо. На пятом этаже. Сколько вас? Еще трое. Если не хочешь быть циклопом, говори спокойно. Как обстановка, Костян? Тихо все. Че не отвечал? В уши долбишься? Че молчишь? Я отлить ходил. Да я это, отлить ходил. Трубы в машине оставил. Девчонку держит здесь. Вход только по этой лестнице. Вперед. Давай. Иди, коза. Костян! Костян, что, глох, что ли? Всем стоять! Полиция! Полиция! Выпустите меня, или я убью ее! Убью! Выпускайте! Помеха. У меня помеха. Чего ты хочешь? Ты правильно начал. Ты кто такой? Ты главный! Ты здесь командуешь! Переведи разговор о себе. Сейчас главное, чего хочешь ты. Выпускайте, или я стреляю! Раз! Ты наверняка из ментов, да? Тогда ты знаешь правила игры. И знаешь, что мы будем делать дальше. И знаешь, что будет с тобой. Изгоняй его в угол. Но у тебя есть выбор. Ты можешь сам решать, что будет дальше. Ты ее жизнью готов рискнуть? Он пошел на разговор. Ты его зацепил. Сейчас важно, чем я готов рискнуть. Давай, 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 раскачивай, молодец. Или твоя жизнь. Ты же хочешь с женщинами встречаться? С друзьями бухать. Не подходи, убью! А потом мы тебя убьем. И их тоже. Ты же знаешь. Лехан, я зачем пулю в башку? Заткнись. Заложница там. А пока что заложник. Дадут 7, выйдешь через 5, дадут 10, выйдешь через 7. Ты же не тупой. Хочешь, чтобы они тебя убили? Или хочешь жить? Хочешь? В натуре, Лёх, мы из-за этой козы подохнем здесь. Выход, выход ему покажи. Там находится выход. Ты выйдешь живым и невредимым, я обещаю. Опусти пистолет. Отпусти заложницу.
Руки за голову. Пошел. 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 Чего это вдруг, Сережа? Обычный профилактический осмотр. Зачем? Я себя прекрасно чувствую. Или со мной что-то не так? Ну что ты, мама, с тобой все в порядке. В больницу только угоди. Может, сразу в дом престарелых? Старики никому не нужны. Ну, прекрати, прекрати. Ты чего? Ой, да не знаю. Командир сегодня со смены подорвался. Разбор полетов не устроил, как-то не по себе. Такого раньше никогда не было. Ну, может, у человека какие-нибудь семейные проблемы? У человека вполне возможно. Но не у Пани. У Панина точно нет. Он же робокоп. Супергерой. Супермент. Ему даже оружие не нужно, чтобы преступников взламывать. У него в подкорке вшита программа идеального переговорщика. А разве у идеального переговорщика не могут быть семейные проблемы? Конечно, нет. Он же идеальный переговорщик. Он же со всеми договорился и переговорил. Понятно. Ну, да ладно, ты просто жалеешь, что он не устроил тебе разбор полета. А, ты угадала. Очень хочется медальку, чтобы погладили по голове. Нет, я серьезно. Ты сегодня все очень правильно сделал. Да? Да. Ну, не знаю. Я просто пытался найти общий язык. Мне кажется, это все вы. Нет, правда. Любой бы другой на твоем месте, даже при помощи Панина, не спас бы заложника. Все равно не понимаю, как это действует. Ты просто расширил горизонты человеческого существования. Ой, я уже не понимаю. Это очень сложная тема и большая. Мне кажется, это дело стоит отметить в каком-нибудь недорогом, но очень уютном ресторане. Собираетесь дома ужинать, господин поручик? Извините за нескромный вопрос. Да, действительно, вопрос крайне нескромный, господин ротмистр. Не знал, что ротмистр соответствует майору. Ну что, составить компанию? Какая компания? Ты же не пьешь. Да-да. Ну, хоть будет вас кому по домам после застолья развозить. Так, короче, ребята, спасибо за приглашение. Меня ждет мама. Пока. Прокофьев. Виноват. Извини. Ну, просто хотел тебе помочь. Ну, я думал, мое присутствие тебя раскрепостит, ты блеснешь тонким гусарским юмором и покоришь сердце дамы. Mm-hmm.